Нефёдов где? В приватный, ему мать пошла. Спасибо. Да. Значит так, порошок белого цвета, предположительно кокаин. Привет благородному собранию, заказы принимаете? О, здорово. А ты чего здесь? Здорово. Мое дело следить за тем, чтобы все было прилично. Так это он тебе, что ли, звонил? Вы, гражданин Маленин, улыбочку-то сотрите. Получите пятилетку, потом будете улыбаться. Виталик, на пару слов можно тебе? Я все прекрасно понимаю. Я этого заберу. Забирай. Присмотри тут, понятые ждите. Если еще раз отличиться, сразу звони. Хорошо. Все свободен. Барана. Как бы нам вопрос порешать? Олег, ты же знаешь, что сейчас творится. В СБ лютует, проверка за проверкой. Ну и что у нас Хлынов, он на СИЗО третий месяц парится. А мы по-прежнему в строю. Вопрос решаем. Виталик, ну жить же как-то надо. Ну а новое начальство не мешает вам жить? Как он вообще? Эй, новое начальство. Зверь. Из семейства Харьковых. Говоришь, до червонца корячилась, да? Ну да, и полляма штраф. Мое предложение такое. Давай ты мне звонишь после дежурства, и я тебе, куда ты скажешь, подвожу 200 рублей. 250.